Задача оздоровительных центров заключается в том, чтобы поддержать здоровье пожилых людей, позволяя им как можно дольше сохранить самостоятельность и качество жизни. Наш оздоровительный центр «Отрада» разработал уникальную программу, которая концентрирует внимание нашего медицинского персонала на таких вещах, как закрепление памяти, физиотерапия, контроль диабета, помощь при приеме лекарств. Квалифицированные медицинские сестры постоянно поддерживают связь с лечащим врачом пациента, с компанией, которая предоставляет помощь по дому, а также с аптекой, таким образом охватывая полностью здравоохранение наших пожилых людей. Оздоровительные центры существуют в Северной Америке уже очень много лет, но только в последние годы они приобрели такую значительную популярность. Чем же все-таки отличается оздоровительный центр «Отрада» от всех остальных центров? Пройдя по нашему центру, вы это увидите невооруженным взглядом. Занятия йогой, которые позволяют людям бороться с артритом. Система оздоровительных упражнений и разных процедур, таких как, например, рефлексотерапия. Специалист, который учился в Тибете, помогает нашим пожилым людям вновь приобрести ощущения в ногах, те, которые они давно уже потеряли. Каждый день, придя в оздоровительный центр, вас ждет утренняя зарядка, прогулка у реки в лесу, также физиотерапия. Оздоровительный центр «Отрада» предлагает трехразовое питание, разработанное диетологом, которое специализируется на том, чтобы составить правильное меню для пожилых людей. Как вы уже давно заметили, культурные мероприятия в оздоровительном центре «Отрада» – это особая история. Вы всегда можете увидеть людей, которые заняты чтением стихов, обсуждением книг, а также участвуют в различных музыкальных мероприятиях. Например, таких как музыкальная терапия, которая помогает развивать память, или же, например, хор. Хор «Отрады» уже, наверное, даже готов к выступлениям в других местах. Настолько профессионально ведет его наш музыкант Александр Лещинер. И, конечно же, в нашем центре вас всегда ждут интересные лекции, компьютерные классы, интернет и также возможность встретиться с артистами, приезжающими в Бостон. Вы скажете, чем же отличается оздоровительный центр «Отрада» от остальных центров? Оздоровительный центр «Отрада» – это по-настоящему медицинское учреждение. Сделайте правильный выбор для вашего здоровья. Выбирайте «Отраду».